Тем временем мнение ученых относительно использования служебных собак для выявления носителей коронавируса разделились. Хотя в тех же Объединенных Арабских Эмиратах и Финляндии уже начали применять этот метод в аэропортах. Мы, в свою очередь, решили узнать мнение отечественных специалистов. Игорь Тараков пообщался с опытными кинологами и узнал, что об этом думают ученые-зоологи. Подготовка служебных собак для различных ведомств – хорошо отлаженный механизм. Сегодня четвероногие неплохо справляются с поиском наркотиков и взрывчатки, но обнаружить вирус гораздо сложнее. Хотя многообразие возможностей и легкая обучаемость братьев наших меньших не могут не удивлять. Они могут различать до 2 миллионов запахов. Например, у нас есть на поиск наркотических средств, валют, дериватов, а также взрывчатых веществ. Задачу натаскивать служебных собак на обнаружение носителей коронавируса перед казахстанскими кинологами пока никто не ставил. Но, по заверениям специалистов, такую возможность исключать не стоит. Мы готовы обучить служебных собак. Дадут указания, что обучить собак. У нас кинологический центр данные направления, мы готовы обучить. Между тем, в Институте физиологии человека и животных подобного оптимизма не разделяют. Я вообще отношусь к этому скептически. Поскольку влияние коронавируса на организм огромно, и влияние его на внутренние системы организма, оно до сих пор не выявлено на тонком таком молекулярном уровне, еще не установлено. На данный момент пока условия для того, чтобы говорить о том, что собака может определить коронавирус, я не вижу. Стоит отметить, что в научной среде однозначного мнения относительно возможности привлечения собак для поиска зараженных пока нет. То это очень перспективное направление, и не только вот именно по этому. То есть, в принципе, любое повышение температуры, нетипичное для человека, собака может на него отреагировать. Собаки испокон веков служат людям, но и по сей день не перестают нас удивлять. Решение такой сложной задачи, как выявление зараженных коронавирусной инфекцией, оказывается по зубам нашим четвероногим друзьям. Сколько времени займет дрессировка и сколь эффективной она окажется, покажет время. Впрочем, опыт Объединенных Арабских Эмиратов в привлечении четвероногих для борьбы с коронавирусом уже демонстрирует положительный результат. По последним данным властей этой страны, выявляемость зараженных коронавирусом в аэропортах городов при помощи обученных собак составляет более 90%. Игорь Тараков, Сагентай Мунайтпасов, телеканал Алматы.